Привет, мой сладкий, привет, мой хороший и грязкий. Сегодня с вами снова я, Тик или Надя. И даже не знаю, будет вам интересно такое видео, но с скрапером и всем бумажным точно будет оно интересно. Сегодня я расскажу про вот такую вот свою небольшую, а может быть даже большую коллекцию пайеток, конфетти, страз, всего вот такого вот, что можно высылать в письмах, что можно клеить на блокноты. Вот, и снимаю с руки, не со штатива, чтобы поближе было видно, какое оно все красивое. Постараюсь сделать максимально видно, да. Вот. И постараюсь меньше пальцем в кадр попадать, простите. Итак, здесь вот у меня в основном. Сейчас покажу. Вот так вот поближе, да. Здесь у меня в основном вот такие вот золотисто-голографические пайетки, да. Вот, надеюсь, теперь видно. Да, вот они все такие очень, очень, очень красивые. Все так красиво переливаются. И сюда попал голубой цвет, да. И теперь вот стараюсь перемешать, чтобы его особо не было видно. Здесь у меня красный цвет в основном. Здесь еще лежат такие цветочки декоративные для открыток. И сердечки разного вида. Как из Фикспресса, так и от Астра, кажется, называется. Как сказать, производитель, да. Который выпускает конфетти, вот эти вот пайетки. Не знаю, как их правильно называть, я называю это конфетти. Здесь лежат малиновые пайетки в виде снежинок таких. Потом лежит вот такая вот стразина. Но это было кольцо на самом деле, и вот это было кольцо, и отломался корпус, на котором они держались, поэтому я приложила их сюда просто для декоративного использования. Возможно, потом какой-нибудь блокнот пойдет. В этой ячейке идут фиолетовые пайетки, здесь идут квадратики, потом тут идут разные птички, затем просто темно-темно-фиолетовые кружочки. И вот они, да, их в основном здесь я насыпала. На самом дне у меня идут вот такие вот перламутровые розовые, они в сиреневые отдают, и поэтому я их положила здесь с такими фиолетовыми. Затем идет вот такой вот мой любимый отдел. Тут у нас идут листики вот такие вот, нежно-розовые, ленточка с розовыми пайетками на самом дне. Идут вот такие цветочки персиково-розовые, потом просто розовые кружочки, и на самом дне. Сейчас. И на самом-самом-самом дне идут вот такие вот цветочки, очень красивые. Вот, они розового цвета чисто. В этом отделе идут такие чисто бежевые листочки, и больше никаких других нету. Они перламутровые, причем они переливаются очень красиво. Если получится сфокусировать. Вот, посмотрите, какие они красивые. Очень-очень красивые. Так же, как и вот эти. Красота. Здесь у меня чисто оранжевые идут пайетки. Вот такие вот просто прозрачные. Есть бабочки. Нам в самом дне идут такие вот яички и бабочки пасхальные. Желтые, розовые, зеленые, сиреневые. Ну, все вот такое вот нежно-оранжево-желтоватой теме. Да. А в этом отделе у меня лежат разные стразы. Именно уже стразы объемные. Вот они, бабочка здесь такая. Потом просто зеленые, разноцветные, голографические бабочки, звездочки. На самом дне просто разноцветные цветы. Даже не смогу, наверное, я откопать, показать вам. Они очень-очень там далеко. Да, ну просто сейчас все высыпется. Они еще прилипают прям к рукам. Вот такая вот красота. В этом отделе у нас идут голубые пайетки и синие. Цветы, звездочки, какие-то вот такие вот шарики, опять зеленые сюда попали. Вот такие вот перламутрово-голубые
Все время не знаю, куда выбрасываю палец, чтобы не было видно особо его. Ну вот они, вот цветы. Вот они, да. И последнее, здесь идут птички, вот такие вот цыплята золотые. Вот они, цыплятки такие. И просто золотые пайетки, чистые вот золотые. Я их в письмах очень часто отправляю. Так что вот такие вот пайетки у меня. Надеюсь, вам понравилось, надеюсь, вам было интересно. Цены здесь самые разные, просто от 10 рублей до 100, да, где-то так, вот. Какие-то я покупала в ЦУМе, какие-то я покупала в Фикспрайсе, например, как вот эти вот фиолетовые. Затем какие-то покупала в швейном, какие-то были в разных канцелярских отделах. Все очень разное. Вот розы, например, вот те, да, декоративные. И, кстати, вот эти вот оранжевые, они шли все в наборах создания открыток. Да. Так что вот такие вот дела. Всех люблю, целую, обнимаю. До новых встреч. Пока-пока.